Айнур ханым, Айнур ханым, привет. Айнур Идрисова, у нас студентка, ты была наша студентка в прошлом году. Айнур ханым, 7-5 IELTS, если не ошибаюсь, у вас был. Айнур ханым уже поступила в Бельгию, в университет Гент, и она будет учить там юриспруденцию, да? Это, наверное, первый раз, когда я с вами говорю на русском языке, не на английском языке, потому что уже у вас есть доказательства того, что вы знаете английский язык. Айнур ханым, пару слов о вашем опыте, который был с нами. Да, пожалуйста. В первую очередь могу сказать, что мне было очень приятно познакомиться с Фредом, с вами, с уроком, который вы проводили, потому что это был неописуемый опыт, и вы внесли очень многое в меня. Я могу сказать, что то, что я достигла таких результатов, то есть 7.5 по IELTS, поступила там в университет в Бельгии, самый лучший среди юридических, то есть он входит в топ-сотню, то я могу сказать, что это то есть результат того, что это ваше усердие, ваше... То есть то, что вы вносили в наши уроки, ну, естественно, мое трудолюбие. Естественно, конечно. Да, естественно. Я могу подчеркнуть то, что ваши классы дали нам очень многое. Вы подчеркнули наши сильные стороны, подняли наши слабые стороны. И это, естественно, нам очень помогло. И в дальнейшем построение моей будущей карьеры даст то есть свой результат. Я очень рассчитываю на это. Да. Айнур, это что на столе? То, что... Это admission paper, да? Это admission paper, вот. Да, admission paper. Это University of Ghent, да? И LLM. Да, то есть юриспруденция. Это один из самых лучших университетов, да, я думаю. Топ-сотню. По юриспруденции. Айнур ханым, я вам желаю огромной удачи. Думаю, что, иншалла, вы будете представлять Азербайджан в самом таком хорошем цвете в Европе. Да. И думаю, что мы будем гордиться вами, наблюдая ваши успехи. Успехи и удачи вам. Спасибо.